Дорогие наши выпускники, в этот знаменательный день от всей души поздравляю вас с окончанием университета правительства Москвы. Сегодня вы стали не просто квалифицированными специалистами управленческого звена, бакалаврами и магистрами, а вы получили возможность стать политическими и общественными деятелями, государственными служащими, бизнесменами, менеджерами. Именно здесь, в стенах университета, последние несколько лет проходила большая часть вашей жизни. Здесь вы сдавали сессию, грустили, радовались. И, конечно, мы старались учить вас системно. Мы старались научить вас анализировать и прогнозировать непростые процессы современного общества. Мы передавали вам свой опыт и творческое вдохновение. Мы гордимся вами, дорогие выпускники, и верим, что где бы вы ни работали, вы всегда будете адекватно реагировать на все вызовы современного мира и принимать такие управленческие решения, которые приведут к положительному и эффективному результату на благо нашего общества, на благо развития города Москвы. Я очень надеюсь, дорогие выпускники, что вы всегда останетесь членами нашего сообщества и будете помнить свою альма-матер. И мне хотелось бы вам пожелать успешной карьеры и творческих свершений на вашем пути. Удачи вам, счастья, любви, дорогие выпускники!